Бексултан Тимирбулат – уроженец областного центра. В свои 25 лет трудится руководителем отдела внутренней политики города Кокшетау. В школьные годы посещал разные кружки и всесторонне совершенствовал свои навыки. Высшее образование получил по специальности государственное местное управление. С 2018 года начал трудовой путь на госслужбе. Молодежь должна стремиться к достижению поставленных целей, быть разносторонней. Если молодое поколение будет усердно трудиться, развиваться, то наша страна выйдет на новый уровень. Молодежный ресурсный центр города Кокшетау работает с 2013 года. Его главная цель – повышение коммуникабельности и активности населения. Всевозможные конкурсы, которые мы проводим среди волонтеров, среди молодежных организаций, которые направлены на для дальнейшего развития и достижения новых результатов. Сейчас в преддверии следующего учебного года у нас начнется очень плодотворная работа с первокурсниками, потому что чаще всего это ребята, приехавшие в сел, которые не знают, как происходит жизнь в городе, какие есть подводные камни, скажем так, какие-то законодательные акты. То есть мы будем проходить по колледжам, работать с ребятами, работать в режиме и онлайн, и офлайн при возможности. Отметим, согласно установленной норме, граждане в возрасте от 14 до 29 лет относятся к категории молодежь. Александра Гауэр, Телек Каиржан, Медет Каркен, Василий Вережников, Кокчи Акпарат.